Ну, мы находимся в храме Андрея Первозванного, апостола. Хотел бы вот немножко расскажите вообще вот и предысторию, может, какую-то. Много ли ходят, есть ли мощи, ну, в общем, вкратце. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна Кузьминична. Давно ходите уже в этот именно храм? Ну, наш храм 3 года здесь. 3 года. Храма, как бы, я прихожанка этого храма. Ну, ведут еще разные послушания. Угу. Наш храм, он строился в течение 5 лет. Его основатели, те, кто строили его, это Леонид Иванович Сидоренко, сейчас уже почти Царство Небесное, и Иван Леонидович, его сын, сейчас строит, да, как бы, они уже достраивали, как бы, со своим уже тоже еще, ну, с строителем, со своим, депутатом тоже, да, близким, ну, да, другом. Вот они вдвоем строили. В нашем храме есть частички, есть частицы Андрея Первозванного. Когда храм у нас освящали, то митрополит Владимирский, сейчас он уже Тихон, тогда он был наш митрополит, он нам подарил эту частичку, и его заложили, когда вот престол основывали внутри храма. Также нам привезли частичку Николая Чудотворца, везли ее с города, там, где прямо мощи, где частичка была Андрея Первозванного и Николая Чудотворца. Я вот знаю, в Москве, вот, в Елохово, да, тоже есть Денис, рука вот Андрея Первозванного, мощи, да? Да, вот. А у нас вот здесь вот есть частичка. Да. Ну, знаете, что храм вообще, как бы, надо сказать, что он очень новый, и очень много молодых людей. 3 года, да? Да. А, новый, у нас, видите, микрорайон такой молодежный, поэтому очень много молодых людей ходит. Ну, бабушки, конечно, есть, которые уже так у нас молятся усердно. Есть, ну, да, бабушки, да, которые, конечно, нас поддерживают. Вот, а молодежь, она, конечно, помогает уже нам. У нас есть своя община, небольшая, правда, но мы помогаем вот нуждающимся, многодетным людям, мамочкам нашим, инвалидам. Да. Печем сами ковришку, вот, ее здесь реализую. И уже, как бы, вот так, на эти средства мы помогаем нашим нуждающимся. У нас батюшки вот возглавляет наш батюшка, отец Вячеслав Шуберт. Вот. А основание и помогал строить, и оснащал храм. Это батюшка Александр Государкин, вот, наш единственный бард в Новосибирской области. Он поет духовные канты. Замечательный батюшка. Замечательный вот батюшка наш отец Вячеслав, который 20 с небольшим лет послужил в Затулинке. И, как говорится, не чаял и не гадал, что его вот сюда, за его заслуги, поставили сюда вот служить. Мы его очень любим. Тоже также у нас есть батюшка старейшина. Это батюшка Евгений. Замечательный батюшка тоже. Отец Максим, отец Антоний, который ведет у нас, преподает в духовной семинарии. Отец Максим, который служит у нас при воинской части. Вот, отец Павел. Вы знаете, каждый из них замечательный, они вообще друг друга так дополняют. Ну да. И у каждого мы из них столько черпаем, что вот по милости Божией Господь наш дает нам благодати, и храм наш процветает. Ну, храм действительно, да, красивый, большой, апостольский. У нас два предела, один храм Андрея Первозванного верхний, а нижний храм Спиридона Тримифунского. Да. И на территории храма церковно-приходская школа. Вот. Это у нас Тримифунского. Там у нас есть икона на мощах. Красивый храм, да, действительно. Потом уже Московская, Царица Небесная, Кремлевская у нас есть икона там. Ну, спасибо вам за интервью. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо, Господи, вас. Спасибо, Господи. Красивый действительно храм. Это склад тут, колокольня. Сейчас обойдем его вокруг. Воскресная школа. Да, воскресная школа. Неожиданно в районе Родники. Район Родники. А вот храм. Это нижняя
нижний храм во имя святителя Спиридона Тримифунского. А вот школа воскресная. Сейчас пройдем. Ну, не школа, она закрыта наверняка. Большой храм. Красиво, да. Церковная лавка отдельно. Вот чуть снег не упал. Вот церковная лавка тут. Вот врата в храм. Сейчас чуть-чуть сзади.